В Старом Кировске на улице Фабричной образовался настоящий кратер. Провал возник прямо на проезжей части, и теперь люди вынуждены обходить яму, а машины просто не могут проехать. Провал возник вчера утром совершенно внезапно. Жителям пришлось приложить немало усилий, чтобы достучаться до чиновников. В 10 часов вот позвонили мы в службу, так сказать, 112. В течение часа ждали, сказали, что кто-то к нам выйдут, все службы. В результате через час звоним, нам сказали, что перезвоните на единую городскую службу по телефону 78-78-78. Туда мы тоже позвонили. Следующее мы опять в течение часа ждали какого-то результата. Повторно позвонили, нам сказали, ну звоните теперь в дорожную службу сами. Туда мы позвонили, следом нас отправили в водоканал. Следом нас отправили в администрацию нашего Кировского округа. По словам местных жителей, вчера к провалу приезжал глава Кировского округа Алексей Насеткин и один из его заместителей. А сегодня утром специалисты водоканала оценили состояние канализационного коллектора. К сожалению, результаты неутешительные, трубы повреждены. Это значит, что засыпать яму можно будет только после того, как их отремонтируют. Жители утверждают, таких провалов на их улице может появиться несколько. Здесь точно такая же ситуация, как и в том месте, где у нас провалилась канализация. Эта яма стоит уже очень давно и практически не высыхает. Сделать замену, что в принципе хотелось бы, я так понимаю, до этого не дойдет еще ближайшие несколько десятилетий. И вот сейчас будут принимать решение о ремонте, и уже завтра утром должны начать ремонт этого объекта.